Вот я заправила новую нитку и продолжаем вышивать половинку этого листа. Ну, очень сильно не заходите при выходе на лицевую сторону. Видите, я сейчас шью, мне здесь стежочек пораньше заканчивается, и я вкалываю с него. Стежки раскалываем, всегда раскалываем. Вот сейчас мы закончим, осталось уже немножко совсем. Таким образом вышиваются такие большие поверхности, в данном случае листики чистотела. Сейчас мы с вами вышили половинку темную этого листика, а следующую в такой же технике мы будем вышивать более светлым оттенком.